Необычный музыкальный коллектив из Кингисеппа покоряет Ленинградскую область. В репертуаре ансамбля офицеры, песни военных лет, русские народные и даже романсы. Всего больше 200 композиций на любой вкус. Творчеству все возрасты покорны. Все участники ансамбля давно на заслуженном отдыхе. Все имеют воинское звание и абсолютный слух. Летчики, разведчики, связисты. У каждого больше 25 лет службы в армии. Служил здесь, вот в Кингисеппе, в ракетном полку. Замполит ракетного полка был. И должность моя. Закончил военно-политическую академию не Ленина в Москве. Вот. 27 лет службы. Они объездили всю Ленинградскую область. За годы выступлений дали больше 400 концертов. Место репетиции неизменно. Два раза в неделю бравые офицеры собираются в этой небольшой комнате. Перед песней традиционная распевка. Руководитель ансамбля Георгий Комиссаров своих артистов не щадит. Работает и над постановкой голоса, и над артистизмом. Но к последней и самой главной песне в репертуаре коллектива у него вопросов нет. Офицеры – единственный в своем роде коллектив в России. О своей исключительности в вокальном ансамбле из Кингисеппа, естественно, знают и часто шутят на тему Евровидения. Если поступит предложение, как это было с бурановскими бабушками, талантливые дедушки отказываться не станут. Алина Гараева, Андрей Осин, «Последнее известие», Кингисепп.